Всем привет, любители морепродуктов, это видео посвящается. У меня сегодня под рукой мякоть тропана. Это маленькие моллюски, такие небольшие. Что мы делаем? Мы для начала подготавливаем не рапанов. Рапаны у меня сразу же чистенькие, подготовленные, красивенькие. Нам понадобятся грибочки и сливки. Буду я использовать грибы. Грибы — это королевские шампиньоны. Я их нарежу слайсами и будем жарить. Мне понадобится грамм 300 грибочков. Нарезаем их вот таким вот образом. Все очень легко и просто. Рапанов у меня 350 грамм. Это, ну, на человека 2 получится у меня всего. Берем наши рапанчики. Они у меня предварительно были заморожены. Ни для кого не секрет. У нас в стране не водятся рапаны. Их максимум могут выращивать на каких-то фермах. Они водятся только в Тихом океане и в Индийском. Режем на вот такие небольшие кусочки. И так прорезаем все рапаны. На максимум разогретую сковородку забрасываем наши грибочки. И обжариваем практически до готовности. Нарезанные рапаны опускаем в готовые грибочки. Вот сколько их много. И жарим на большом огне еще 1,5 минуты. Добавляем сливок. Сливки я даю 15%. После 1,5 минуты, после того, как мы пожарили. Когда сливки закипели, сразу же солим. И, конечно же, перчим. Это дело перемешиваем. И последний завершающий этап — это сыр голландский. 70 грамм голландского сыра нам понадобилось для того, чтобы разложить это все сверху. И, конечно же, сверху чесночок, что подчеркнет вкус наших рапанчиков. Все это вот так вот перемешиваем. Практически блюдо готово. Осталось только последний штрих — его выложить на тарелку. Пока я подготавливал тарелочку, сыр уже и растаял. Запускаем такую форму красивую, если она у вас, конечно же, есть. Сыр тянется, как раз он будет прослоечкой. Крутые рапаны у меня получились, что и вам конкретно советую. Поднимаем нашу крышечку. Все готово. Всем приятного аппетита. Кушайте самые вкусные рапаны по моему рецепту. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.